Привет, вы на канале Кутю ЛПС Уфлов. Сегодня это ЛПС приколы. Если вам будет скучно, или вы будете грустить, то если вы уже это видео посмотрели, можно, если вы будете грустные, то можно это видео посмотреть, чтобы посмеяться. Я не знаю, они будут смешные или нет. Пишите в комментариях. Продолжается! Когда-то к ЛПС приехал англичанин. Что вы заказываете? Тупица! Что вы заказываете? Тупица! А где ваши манеры? Сами тупица! Ля-ля-ля-ля! Ой, а что это за морды? Муми-морды! Мы говорим, что не морды! Это что за морды? Что это такие за морды? Мы тебя съем! Я тебя съем! Как тебя вообще зовут? Меня зовут Сало. Если ты Сало, то мы тебя съем. А вы знаете, что ты... Ля-ля! Дедушка, а что такое говно? Это матерщинное слово, не надо его говорить. Ладно. Эй, что ты тут делаешь? Я сказала матерщинное слово. Какое? Вонючка, что ли? Ты сказала матерщинное слово. Тебя нас будут преследовать. Завтра я вас поставлю в угол. Не надо, пожалуйста. Что вы делаете? Мы сказали матершинное слово. Какое матершинное слово? Писька, что ли? Ты теперь его тоже сказала? Ой, теперь нам ничего не помеха. Вот и я вам говорил, не говорите такие слова. Теперь я вас поставлю в угол. Что ты так орёшь? Так ты меня разбудила. Вот теперь мне придется уши свои загинать. Мне придется тебе свои уши загинать. Вот теперь я как собака. Просто чтоб не дудела. Хорошо, буду дальше дудеть. Опять ты дудишь. Прямо мне в ухи. В ухи, я тебе говорю, в ухи. Да ладно, буду еще пыхтеть. Только не пыхтеть. Все, я пошел спать. Заткну свои уши. Опять орешь. Ты знаешь, что агония – знак причины? Какой знак причины? Что его не надо говорить. Ну ладно, не буду его говорить. Потом мой папа проснулся. Давай вместе покричим. Ты же сам говорил,
что агание знак причины. Ой, извини, я забыл. Куда ты упал от причины? Я тоже тут.